Улица Набережная города Тамбова является его визитной карточкой. Расположение набережной уникально. Она проходит параллельно центральной улице города Советска, а по другую сторону реки уже поля и леса. Поэтому в Тамбове от центра города до зоны отдыха и чистого воздуха подать рукой. Набережная стала формироваться как улица в начале 19 века. Тогда она состояла только из пригородных дач, ленты протянувшихся вдоль реки Цны. Набережная Тамбова сегодня – это любимое место отдыха тамбовчан и гостей города, и в этом вы убедитесь, совершив прогулку. Длина улицы Набережной около 3000 метров. Это улица двухуровневая. Первый уровень непосредственно вблизи самой реки Цны, второй – выше на пару метров. С берега отлично просматривается вся пригородная зона Прицнинского леса с его вековыми хвойными и лиственными деревьями. Атмосферу утонченности и уюта создают находящиеся на аллее многочисленные струящиеся фонтаны, около которых приятно отдохнуть знойным летом, особенно в вечернее время. Набережная прекрасна в любое время года. Посетите набережную в Тамбове и полюбуйтесь красотой берегов реки Цны, историческими зданиями, храмами и памятниками. Надеемся, вам будет интересно. Тот, кто хоть один раз побывал в Тамбове, увидел Цну, прекрасную набережную, храмы с золотыми куполами, скверы и памятники, тот наверняка запомнит эту красоту и влюбится в наш город. И, может быть, захочет вернуться сюда снова, чтобы познакомиться с другими не менее интересными достопримечательностями. Желаем вам приятной прогулки!